21 и 22 марта с 11 до 15 часов праздничные митинги с шарами в местах массового скопления людей. Те, кто поддерживает требования бастующих нефтяникам зарплаты на экспортных предприятиях в среднем 1 миллион тенге, железнодорожникам зарплаты не менее 500 тысяч тенге, выходят зелеными шарами. Те, кто поддерживает требования отменить утилизбор и сборы за первичную регистрацию, выходят с красными шарами. Те, кто поддерживает требования нет повышению тарифов, выходят с синими шарами. Те, кто поддерживает требования свободу политзаключенным, выходят с флагом Казахстана. Все, кто поддерживает требования Жанашал Кет, выходят, объединив зеленые, красные, синие шары, либо с любыми другими разноцветными шарами. Призываем отпраздновать Наурыз и организовать митинги в эти дни таким безопасным способом. Алга, Казахстан!